Привет, интернет, с вами Александр Ганин. И сегодня у нас очень, так сказать, бомбящая тема, меня прямо спонтанно. Просто мне сегодня рассказали такую историю, точнее, мне рассказали ее вчера. Но я вот с этой мыслью, в общем-то, переспал, как говорят, на самом деле. И просто я вот это считаю, что это настолько такой героический поступок. Сегодня наша тема – измена во благо. Да-да-да, вы не ослышались. На мой взгляд, и такое бывает. Наверное, вы сейчас скажете: «Александр, ты что, ёбнулся? Как может быть измена во благо?» Сейчас я объясню ситуацию, и вы все поймете. Ну, кто-то, может быть, и не поймет. Дело все в том, что ко мне обратилась клиентка. Вы знаете, что я иногда практикую юридические, значит, дела. Кроме того, что, ну, о разводе там было дело, и муж подал на развод за то, что жена ему изменила. Да, именно поэтому. Но эта жена не хотела разводиться. И измена была, это, как бы, как это сказать, ради самого мужа. Дело все в том, что произошла такая ситуация, что муж очень серьезно заболел. Подробности я выдаваться не буду. Вот. Но смысл в том, что ему нужна была дорогостоящая операция, на которых у них не было средств, ну, настолько, ну, где-то около там миллиона, что ли, рублей. И получается, что он попал в кому. В общем, ну, то есть, если не сделать ему операцию в течение месяца, он, как говорится, умрет. И они достаточно, супруги, прожили около 15 лет, даже 16, наверное, как мне сказала клиентка. И дело все в том, что вот и у супруги был человек, который, ну, то есть, то ли одноклассник, то ли бывшие, ну, то есть, то ли работали они вместе, а он, собственно говоря, при деньгах. И он мне говорит: «Я знаю твои проблемы, я тебя давно люблю, как бы, если ты мне, типа, поможешь, то есть, ты, типа, будешь со мной спать, а я тебе оплачу, значит, операцию твоего мужа», собственно говоря. Ну, а, естественно, она не знает, она всех знакомых там обзвонила, тогда все, кредиты в банке, все было отказано. И что ей было, она была вынуждена, побегала по фондам, в общем-то, и все ее, как бы, отфутболили. Единственный вариант был спасти мужа, это вот согласиться на условия вот этого одноклассника, так как он был бизнесмен, и для него это, как бы, сумма была вообще пустяшная. Но тут я не буду вдаваться в подробности морали этого человека, который, в общем-то, решил деньги дать таким способом. Если бы он на самом деле любил эту девушку, он бы сказал: «Давай я тебе, Люба, дам эти деньги просто так». Но он решил воспользоваться вот таким вот образом, вот, так сказать, заполучить ее. Видимо, давно хотел с ней переспать. Все, соответственно, все, тот любовник слово и держал, она с ним спала и все вот такое прочее, там, роман, не роман. Но суть в том, что вот этот муж, ему сделали операции, он негодяй, я считаю, потому что он как узнал, значит, о том, что каким способом жена достала деньги,
Он сказал, что я с тобой развожусь. Я хочу сказать, что это на самом деле очень редкий случай, когда жена вот таким образом, когда вот вообще тут не задумываясь, можно простить измену, потому что это действительно человек сделал, потому что любит этого человека. И она не от кайфа с ним спала. То есть не потому, что он ей там нравился, что там, например, какой-то он там хороший, или мне там большой член там 20 сантиметров, например. Не потому что, а потому что действительно это была единственная возможность, например, как-то его спасти. И он взял и как по-скотски вот собственной женой поступил. Вот потом вот, когда такие случаи происходят, потом нам мужчины говорят, что мужики козлы. Но в данном случае действительно, я считаю, тот мужик не прав. А как же вы думаете вот по этому поводу? Я считаю, что это просто... У меня просто это в голове не укладывается. И еще такими фразами. Ты говорит, меня не спросила, если бы я знал, например, я бы это лучше умер. Конечно, я считаю, легко, блядь, говорить, когда он живет сладкой жизнью теперь, и все, а жена ему, как говорится, нахуй не нужна. То есть это как понимать? То есть, ну, понятно, я думаю, честно говоря, что, видимо, может, у него на стороне кто-то был, это повод. Мне кажется, нормальный мужик бы вот так вот все-таки простил бы и сказал бы, не то, что простил, он бы на руках должен носить вот эту свою жену, которая ему вот так вот сделала, да, то есть его спасла. Если бы не она, его бы вообще не было, он бы не дышал и ничего бы не делал. Поэтому вот такие вот, друзья, дела, вот я просто сегодня бомбит меня вообще по-жесткому, ребят. Ну разве так можно? Я же говорю, не от кайфа, ни от чего. Ну это. А потом мы удивляемся, а почему у нас вот так вот все не происходит? А почему вот это? Конечно, это как бы каждый решает сам. Он говорит, а почему ты меня не спросила? А как она может тебя, дурака, спросить, если ты в коме? Соответственно, только она может принимать решение в таких ситуациях. Если человеку уже стало плохо, и как она должна его оживить, что вот деньги на операцию тебе я достану, вот возьму, вот потому что я пересплю с одноклассником. Как бы, ну, как это будет? Конечно, именно от нее это зависело. Она даже никак не могла ни спросить у него, ни за, ни против. То есть она посчитала, что так правильно. Я считаю, что таким женщинам респект. Вот таким образом. Всего доброго, друзья. Увидимся.